Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 136 упражнение. Прочитаем задание. Какими игрушками интересуются современные дети, мальчики и девочки? Может быть, ваши младшие братья и сестры? Расскажите об этом. Наберите и систематизируйте материал, используя интернет. Постройте свой рассказ как репортаж корреспондента с новой ярмарки игрушек. Какой стиль речи вы выберете? Мы выберем публицистический стиль речи. Редко встретишь человека, совершенно равнодушного к игрушкам, ведь они напоминают нам детство, а интерес и любовь к ним генетические. Игрушка – первая для ребенка модель этого мира. Она не только развивает интеллектуальный и творческий потенциал ребенка, но и формирует его эстетические представления. Выбрать нужную игрушку для ребенка вам помогут специализированные магазины и выставки в вашем городе. Для самых маленьких развивающие игрушки, поющие песенки, мигающие разноцветными огоньками забавные зверюшки. Для детей постарше – любимые всеми поколениями каталки, кубики, пирамидки, конструкторы лего, наборы для детского творчества. Если малыш плохо засыпает, купите ему милого чудика Библа, который зевает и закрывает глазки. Такому примеру нельзя не последовать. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.